Басим, спасибо огромное. Басим Арашкар, который, ходя по институту, уже по телефону мобильному давал советы нам, указали перевесить флаг так, чтобы с улицы читалась артерия, правильно, а не по-арабски. Басим, появляясь везде, сразу все структурирует и наводит в такой смысловой порядок во всем. Спасибо огромное, Басим, за дивную музыку. Еще позову на сцену ансамбль, он в таком, как всегда, причудливом составе, меня изменчивом, но ансамбль этот хорошо знают любители музыки, любители старинной музыки в Москве. Это ансамбль «Iris Day», что переводится как «птички божьи». «Iris Day», и я хочу особо обратить ваше внимание на то, что большая радость к нам вот сегодня, буквально в сегодняшнем дню, успел приехать к фестивалю нашему Мартин Няга, названный брат имени Вондарь. Она сама так его называет, себя своим братом. И для меня это абсолютно понятная вещь, особенно когда Мартин рассказывал мне про дочечку Инны, про Маргариту, как он в Крыму оставался с ней, когда Инна куда-то уезжала с концертами в другой город, и какая талантливая Маргарита. Я думаю, что или Мартин сначала поиграет, а потом нам что-то расскажет, или наоборот, потому что Мартин приехал как раз сейчас из Тосно, и как настоящий брат, он был там с Инной в эти дни.